Чтобы во дворах воцарился уют, жители микрорайона Виктория уверены, нужно самим участвовать в благоустройстве. Здесь почти у каждого дома маленький цветочный рай. За помощью местные активисты нередко обращаются в общественный совет. Около своих домов они устраивают свои палисаднички, цветочки сажают. И сейчас идешь по территории, действительно видишь около многих домов, подъездов цветы. И иногда бывает, красота, прямо останавливаешься, любуешься этими цветами. Но эти цветоводы хотят иметь ограждение. Вопросов у жителей много. Рассказать о своих проблемах, внести предложение и узнать о перспективах развития микрорайона люди пришли на общественные слушания. Не всем нравятся детские площадки, которые существуют сейчас. Гаражи стоят, которые тоже говорят, лучше бы их убрать. Потом внутриквартальные дороги не все достойного уровня. Вопросы по домам, это ремонты подъездов. Еще один из основных вопросов – это капитальный ремонт. Внутриквартальную дорогу на улице Силина уже начали ремонтировать. Ровный асфальт между домами 6 и 8 – только начало. Планируется обновить и другие улицы. Быстрее достичь результата поможет совместная работа жителей и власти, уверены в микрорайоне Виктория. В помощь людям – реформа местного самоуправления. Команду единомышленников горожанам предстоит сформировать 13 сентября, избрав в районные советы 284 депутата. Алина Чемерес, Максим Гусев, «События».